Сегодня у нас проходит очередной семинар, это уже 24-й семинар, он проходит у нас в Москве. К нам на семинар пришла Юлечка. Вот, хотелось бы узнать, Юля, какие у вас ожидания были от семинара, что вы получили? Семинар уже подходит к завершению. Семинар очень понравился. Это у меня будет второй опыт в жизни рождения ребенка. В первый были какие-то моменты, которые меня там огорчили, хотя все в целом прошло успешно. И мне хотелось какого-то обрести на вторые роды большего спокойствия. Ну, вот мне кажется, задача выполнена, то есть вообще вот этот позитивный настрой Марины, ее лучезарная улыбка, мне, наверное, в первую очередь понравилось, когда я как бы увидела ее профиль в Инстаграме, и это очень заинтересовало. Дальше, конечно, все больше и больше. И вот мне очень рада, что смогла вживую с ней познакомиться, послушать семинар, много интересных советов. Конечно, их слишком много, их нужно сейчас уложить в голове, отработать. Вот, очень благодарна и... Повторять дома, домашнее задание. Конечно, и очень надеюсь все это умудриться повторить самый главный момент, день Х, так скажем. Спасибо, что вы поверили в нашу Марину. Мы тоже вам желаем всего хорошего, хороших родов, спасибо. Здорового малыша надеяться, и счастья вашей семье. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо.